цукатами, изюмом и шоколадом. Выпечку на любой вкус предлагают на пасхальном базаре. Торговые прилавки развернулись вдоль кафе «Деменяца» на территории Бендерского рынка. Халва медовая, да, пожалуйста, пряники медовые, имбирные, шоколадные и куличи с цедрой лимона, цедрой апельсина с изюмом. Что еще у нас? Ну, уже разобрали у нас много. У нас была творожная паста с нашей продукцией, с творогом монастыря. Много разобрали. Были кексики дешевые, маленькие, пряники, все ручная работа. Поэтому очень даже беру для детей подарки. Яйцо. Мальчик с чубчиком и девочка с бантиком. Грибок, домик с яйцом. Вот это вот яйцо пасхальное тоже с цветочками. О, есть очень вкусная Пасха. Вот шоколадная очень вкусная. Вот идет фруктовая. Это вишня, абрикос, мака есть. Вот есть с изюмом очень вкусная. Вот есть с творогом, очень вкусная с творогом. И рулет. Все берут, и полотенчики, и лампадки, и цветочки берут, и формочки для пасочек берут. Все берут понемножку. В этом году стали производить вот кулич воскресный. А в целом все, что было в прошлом году, осталось. Кулич уже раскупили, да, к сожалению. Год от года пасхальный ассортимент поражает разнообразием. В этот большой праздник надо успеть выбрать самое вкусное. Пекари и кондитеры постарались угодить всем лакомкам. Кажется, предпраздничная суета охватила весь город. Лучше покупать и мучиться, как раньше. Хорошо, все готово. Все вкусненько. Еще не замесила, но буду печь сама, да. Буду пробовать. Буду пробовать, да. Первый раз, кстати. Вот здесь с цукатами, с изюмом, ну, не знаю, говорит, что вкусное домашнее. А я все время покупала бендерский хлебокомбинат, тираспольский. Буду искать сейчас тираспольский, может, лучше. Яички, это должно быть постоянно. Пасочка, яички. Красим обязательно. Красный цвет.